Всем привет, с вами Ольга Савчук, и сегодня я вам покажу, как проходит день у сестер Кичинок. Всегда ест булочки. Я теряю сознание. Там посмотрим, что она взяла. Здоровая. Даже тоже у нас ест гречку. Белобородька прислали видео. Миша опять со своими историями про довиска. Не-не, я покажу. Первые 12 минут. Закончили сегодня утреннюю тренировку. Капитан, ну расскажите нам про сегодняшнюю тренировку. Что вы сегодня весь день молчали? Я же тебе говорю, я наблюдал. Я пытался найти какие-то слабые стороны, но я их не находил. Ну, слабовато, да, бьют? Ну, у нас же была договоренность, что они играют в полсилы сегодня. Как раз я и замолчал, что если эта скорость в полсилы, то что будет на следующей неделе, я просто даже теряю. Мне было, вот вводя мячи, мне было страшно. Или вы зависли? Я зависла, я только заметила, как Томас классно собирал мячи, так же, как и все. А все остальное было... Да, выстрел. Резины не выдерживают. Да, порвали сегодня резину на разминке. Это я. Людмила, это просто это Халк. Да, Томас, вторая неделя только, я говорю, ну ты смотри. А лосины на вас еще не рвутся от мышц. Лосины держатся. Ну ладно, всем пока. Михайло, пока.